Скандал вокруг Либор дал плоды. Расчет лондонской ставки межбанковского кредитования передается оператору Нью-Йоркской фондовой биржи и Евронекст. От этой ставки зависят контракты на сумму в 300 триллионов евро. С момента создания глобального механизма в 80-х годах за расчет Либор отвечала Ассоциация британских банков. Однако в прошлом году разразился скандал из-за манипулирования ставками. В него оказались втянуты крупные международные банки и не только британские. Три из них заплатили штрафы на 2 миллиарда евро. Так что теперь главной задачей Нью-Йоркской фондовой биржи Евронекст считается восстановление доверия к этому инструменту.